Так, ребят, здравствуйте. Это видео будет касаться, ну, тех, у кого Шкода А5 и кто хочет установить внештатную магнитолу. Значит, столкнулся я с такой проблемой, что на А5 Шкоду, ну, захотелось установить не магнитолу. Вернее, она была здесь установлена, но она работала только когда зажигание включено. Начал, ну, разбираться с ней, и получилось, что АЦЦ в замке нету, то есть ключ, как бы ты ни крутил, АЦЦ положения тут нету. Здесь магнитола, да, подключается, если она штатная, то по импульсам, и внештатную, ну, никак ты не подключишь, чтобы она выключалась, когда ключ ты вытягиваешь, да, никак не подключишь. Долго-долго думал я, и пришел к такой мысли, что можно, да, подключить управляющий провод, то есть плюс этот красный мы тянем на, ну, на плюс от этих, да, предохранителей, на постоянный плюс. А управляющий, который включает магнитолу, я взял с бардачка с подсветки. Я объясню сейчас. То есть вот когда мы, ну, получается, от света вот этого, вот, оно связано тут все. Вот когда мы закрываем ее, все выключилось. Выключилась подсветка, выключилась магнитола. Блок выключил это дело. Все открываем. Открыли. Все включилось. Магнитола. Если мы оставим незакрытую машину, она выключится через 20 минут. 20, 25, 30. Я не пойму, как блок комфорта работает, но она все равно выключится. Она, по-моему, в первый раз выключается через, ну, 30 минут, а потом, когда дверь открываешь, через 15, вот, каждые 15 минут. Поэтому, я думаю, будет очень-очень, да, полезно вам. Еще в этом видео я расскажу, ну, одно такое видео сделаю, что то, что мне пригодилось, да. Как снять эту, да, карту дверную заднюю, вложу в это видео. Как снять карту, вот эту дверную карту, да? Значит, решил установить колонки, ну, динамики. Аудиоподготовка тут есть, но только на передние двери, на задние нету. Решил, да, показать, как снять, потому что столкнулся с проблемой, как бы можно и поломать. Вот такие вот клипсы надо купить изначально, ну, для Шкоды конкретно. Покажу, как снять. Для этого потребуется, ну, у меня такой пластмассовый, как гвоздодерчик, да, ну, не гвоздодерчик, шуруповерт, это не обязательно. Обязательно, ну, торекс на 30 и торекс 20 торекс. Значит, ну, отверточка одна маленькая, небольшая. Сейчас посмотрим, как это дело все получится. Я не знаю, как это так. Так, попробую вам это дело показать. Значит, первым делом аккуратненько вот это поддеваем, чтобы не поцарапать. Можно и поцарапать, но желательно не царапать, чтобы не было следов взлома, скажем так. Снимаем разъемчик. А здесь будет торекс на 20. Это дело, не знаю, как будет видно. Так, я пользуюсь шуруповертом в этих делах, можно обычной отверткой. Так, есть торекс наш вылез. Значит, потом берем отверточку, так, немножко. Так, да. Вот здесь есть, покажу, вот здесь есть вот такое вот, как отверстие, да, одно технологическое. Берем, вставляем в него. Сейчас. И аккуратненько стягиваем эту ручку, стянули, и выпал наш саморезик отсюда. И здесь уже торекс на 30 идет в действие. Кстати,
Ну, в эту дверь уже лазили, я знаю. Ага. Из завода так не будет, оно закручено крепко. В ту дверь она легко открутилась. Так крепко закручено не будет сейчас. Это что такое? Открутили. Теперь по этому, где моя та штучка, гвоздодерчик. Вот я ним аккуратненько снизу, это дело начинать, потому что, ну, так, чтобы схватиться пальцами можно было. Немножко поддели, ну, как бы усилия надо, тут оно еще и на улице уже похолодало немножко. Есть. Есть, да? Все. Немножко вверх. Тут будет еще один лайфхак. Скажем так. Надо снять вот этот вот. Поддеваем, он уже слез. И делаем вот так. Раз, и все. Карта дверная снята. Начался дождик. Кстати, карта дверная снята. Такие у нас тут, это уже не заводская вставка, заводская была с той стороны. Так, значит, вот как-то так, и покажу.